Я попробую сказать что-то все-таки в тему вечера. Hi, guys. Hello. You're beautiful. Есть. Surprise. Да. Это бардак. Это бардак называется. Как сказать, что мы здесь читаем стихи? Мой английский не очень. No problem. А ты русский? Да, ребят. В общем, сейчас хочу что-то сказать по теме вечера. Заявлялось про вселенную. Давайте попробуем. Маленький человек в небольшой квартире большого города, огромной страны, мечтал как художник. На картине горизонты, перспектива, силуэты света, в котором он хотел бы жить. Маленькая планета в небольшой галактике, большой вселенной, безграничного мира, уместила небольшая квартира того человека, который что-то записывает и бормочет, улыбается, плачет, смеется. Что же он хочет? Чтобы кто-то тоже почувствовал это. Всего-то. Можно громче. Можно еще чуть-чуть громче. Прежде чем мы будем говорить о Вселенной, давайте разберемся между собой. Давайте ответим на главный вопрос. Вопрос, от которого блаженно закатываются глаза и трясутся колени у каждого из нас. Несмотря на ранг и блаженство. Вопрос, отвечая на который мы создали Бога, ученого и короля. Посадили их себе на плечи и подносим им дары и кричим «Аллилуйя!» Потребляй во имя Христа, во имя Аллаха, во имя Родины! И мы остерзают сомнения в попытках ответить на главный вопрос и отказаться от него. И мы в забвении, в молитвах, в сексе, алкоголе и всех доступных наркотиках пытаемся избежать главного ответа. Озвучить его? Сказать? Если объединить, кто я? Зачем? Почему возникло это мироздание? А главное, почему? Прозвучит достаточно грубо, но по-русски правильно. Примерно вот так. Что нахер здесь происходит? Однажды разум взглянул на хаос, задал вопрос и создал материю. Бесконечное количество квантов разлетелось, создавая космос и нашу планету со всем тем, что есть на ней. В каждой вариации, в каждой форме того, что создавалось, пытаясь ответить на вопрос и найти суть.
А тот же я. Я такой маленький относительно этого. Я далеко. А как же я? Куда поставить свечку? Этого мира не существует. Во всяком случае, он точно не такой, как мы себе его представляем. Или он именно такой, потому что мы себе именно так это и представляем. Я напомню одну штуку из науки. Чуть нам говорили об этом в школе. Как работает зрение, например. Все, что мы видим, это отражение света, которое через зрачок глаза поступает в мозг, через нейроны, и только там появляется образ и картинка цвета. Зеленый, нихера не зеленый! Вы понимаете? Кто задает вопрос, тот создает ответ. Кванты только тогда обретают форму, когда есть наблюдатель, когда есть тот, которому нихера не понятно. Это ты. Это ты. Это ты. Ты-ты-ты, ла-ла-ла, снова вместе, снова рядом, ты-ты-ты. Ох, ребят, что я могу сказать еще про Вселенную? Я Вселенная. Каждый. Каждый я Вселенная. Давайте вместе. Давайте я попробуем. Вселенная. Я Вселенная. Я Вселенная! Я Вселенная! Я Вселенная! Я Вселенная! Я Вселенная! Ты Вселенная! Ты Вселенная! Я Вселенная! Ты Вселенная! Он Вселенная! Он Вселенная! Мы Вселенная! Мы сотворцы! Я Вселенная! Ты Вселенная! Мы сотворцы! Братья, сестры и дети друг друга! Спасибо. Креативное задание. Креативный дуэт. Выберите самого креативного участника шоу или зрителя из зала для совместного номера. Через 15 минут исполните песню на совместный номер, который предложит выбранный вами же прямо сейчас другой человек из зала. Прямо сейчас. Кто любит петь песни? Человек Вселенная. Кто Вселенная? Я Вселенная. Ты Вселенная. Давай с тобой петь песни. Давай. Отлично, все, мы выбрали. Быстро. Спасибо. Серьезно.